Первые признаки ларингита связаны с состоянием горла. Другими словами, в гортани появляется неприятное ощущение, которое мешает человеку нормально говорить. Чуть позже у больного развивается сухость в горле, которая нередко приводит к временному исчезновению голоса. Иногда дело может ограничиться охриплостью. Однако общее состояние глотки оставляет желать лучшего, так как пациент постоянно будет жаловаться на неприятные першения и дискомфортные ощущения в целом. Вторым симптомом ларингита становится сухой кашель. Так, перечисленные выше проблемы с горлом нередко приводят именно к тому, что человеку требуется откашливаться. Соответственно, из-за отсутствия смазки, кашель приобретает грубый и сухой характер, в то время как состояние горла неизменно ухудшается. Иногда бывает и такое, что постоянный кашель приводит к появлению ранок в глотке, которые проходят максимально долго. Третьим симптомом ларингита является температура. Это весьма типичный признак для многих заболеваний. Однако именно в сочетании с перечисленными выше симптомами, температура способна указать на ларингит и его развитие. Следует отметить, что своевременное лечение данного заболевания может сразу же остановить все перечисленные симптомы. Поэтому так важно не пропустить период зарождения инфекции,